Часто спрашивают, что такое живая могила. Живая могила – это та могила, на которой всегда есть жизнь. Посмотрите, вокруг снег, посмотрите, а здесь уже кипит жизнь. Посмотрите, муравьи вышли и уже образуют вот такие интересные скопления. Посмотрите, вот они, каким огромным толстым слоем они здесь находятся. Вышли еще совсем сонные, но, конечно, очень агрессивные. На таких могилах всегда кипит жизнь. На таких могилах всегда есть растения, на таких могилах всегда есть насекомые, ящерицы, птицы вьют гнезда здесь, полевые мыши выводят потомство. И вот такой муравейник с такой жизнью.